Вітаю, друзі! Ви дивитесь головний канал для фермерів «Куркуль». І сьогодні ми приїхали на Чернігівщину, СТОВ «Надія». І зараз познайомимось із директором цього господарства. Вітаю вас! Добрий. Мене звати Вероніка. Ігор. Дуже приємно. Пане Ігорю, розкажіть, будь ласка, про господарство. Ну, у нас молодое господарство. Мы занимаемся сельским хозяйством с 2017 года. Наше основное направление – это растениеводство и животноводство. Выращиваем коров мясных пород. По рослинництву, какие у вас зембанк и основные культуры? Ну, на сегодняшний день у нас 700 гектаров, выделенных на растениеводство. И основные культуры – это пшеница, ячмень, жито, подсолнечник и кукуруза. Ну, у нас зараз сезон в самому розпалі, так? Техніка в полі, так. Тому, я думаю, всі подивились на гарне господарство, але ми їдемо в поля. Так. Тоді сьогодні ми займаємося заготовкою на зиму кормів для скота. І поїдемо, подивимося, як це відбувається. Чудово, поїхали! Людей на підприємстві працюють? Ну, в середньому по сезону це десь 20-25 чоловік. Всі місцеві, правильно? Да. Чи є якась проблема з кваліфікованими кадрами? Да, звісно. Є. Як ви вирішуєте? На навчання відправляєте? Да ніяк. Ну, а как я могу это решить? Зарплатой, предоставлением работы, нормальной техники, на которой бери, работай, зарабатывай, получай деньги. Вот это все, что я могу дать. А что я же не государство, мне государство не платит деньги за то, чтобы я обучал кого-то, что-то это. Созданы такие условия просто в стране на сегодняшний день, что люди вынуждены искать лучшего, куда-то уезжают. Это те, кто хотят зарабатывать. Есть те, кто хотят зарабатывать, не хотят уезжать. Вот у меня работает. Но если вот что-то нужен мне, к примеру, специалист, там, зоотехник, да, какой-нибудь ветврач, но это проблема. Молодые все, кто учатся на зоотехника, реально толковые ребята, которых я бы взял к себе на работу, ну, они все уезжают за границу работать. Они тут не остаются работать, мало кто остается. А не толковый, он закончил там и ветврач, к примеру, так зачем он мне нужен, если он ничего не понимает? Ну, тоже не надо мне такое. Ну, есть проблема, это серьезная проблема, и села, все это, ну, везде об этом говорят, не хочется лишний раз повторять одно и то же. Сложная ситуация, но мы же оптимисты, я думаю, все будет хорошо. Надо развивать рабочие места, этому должны способствовать власти местные. И государственные какие-то программы должны быть, но у нас куча других проблем, и в совокупности все это проблема. Угу. Одна велика. Да, да, хотя люди хорошие, классные, все. То есть у нас очень богатая страна, я считаю, очень богатая. У нас есть все. Люди, земля, ресурсы, ну, все есть. Вот только почему-то постоянно выбираем кого-то. И у нас все воруют и воруют, воруют и воруют. А, до речі, як ви оцінюєте державну політику в сфері агро? Ой, я очень хорошо отношусь, мое мнение, вот новый министр Роман Лещенко. Да, вот мне кажется, это вот правильный человек появился на правильном месте. Мне так кажется, я не знаю. Вот то, что он как в геокадастре был, очень, очень правильные вещи делал. И мне кажется, что и тут он сможет себя показать. Нам же что надо, как вот так, если минимизировать любого фермера претензии, там это практически оно сойдется к одному. Вы нам, главное, не мешайте. Знаете, да, когда говорят, чем вам помочь, вы нам только не мешайте. Вот не надо нам ничего помогать, снизьте налоги. Не надо никакие вот эти все там штучки, там какие-то там дотации, что-то. Снизьте налоги, чтобы всем. И тогда не получится, чтобы кому-то дотации больше пошли, кому-то меньше, кто-то вообще остался без них. Просто снизьте налоги и все. А, скажіть, на яку культуру ви робите ставку? Ну, основные культуры это кукуруза, подсолнечник. Угу. По урожайности, які показники за минулий рік були у вас? Ну, у нас здесь, как бы сказать, нельзя сказать, что у нас большие урожаи мы собираем, но по кукурузе 8 тонн в зачет у нас всегда есть. Тут мы добиваемся. Бывает больше, бывает меньше, все завело. Тот прошлый год был не самый лучший. Угу. По подсолнечнику это в среднем где-то до 3 тонн. Угу. Это нормально здесь, можно больше. Угу. А пшеница? Пшеница в районе 6 тонн. Опять же таки, у нас очень слабые грунты, песок, поэтому есть свои нюансы выращивания. Ну и с опадами також у вас не дуженько. Угу. Я у цьому році які показники хочете бачити? Як, може, погода впливає? Дощі були на початку сезону? Були. И богато. Ага. А сейчас, как мы видим, уже вторую неделю солнце, жара, и, честно говоря, мы очень ждем осадков, потому что все сохнет, и это скажется потом на урожае. Мы ждем, что в этом году у нас будет, по крайней мере, не хуже, чем в прошлом году по урожайности, то есть где-то ориентир на 8 тонн кукурузы, 2,5 подсолнечника. Это будет больше, будет хорошо. Угу. Но не должно быть меньше. Ну так. Ми на початку, коли з вами спілкувалися, ви казали, що ви не женетеся за гектарами. Тобто у вас більше ціль підвищувати ефективність і якість продукції, правильно? Да. Як ви собі бачите, як це можна робити? Там, завдяки якимось новим технологіям впроваджувати там, точне землеробство? Чи ваш там якийсь варіант, як ви собі це бачите? Да, в принципе, тут нету каких-то ограничений, тут можно постоянно что-то развиваться, то есть есть какие-то у человека 100 гектаров, но посмотрим, сколько убирают в Европе, в Америке с гектара, и посмотрите у нас. То есть вот эта разница, это то, что мы не дорабатываем, то, что мы не вкладываем. Вот тут надо расти в этом плане. А есть люди, кто гонятся за гектарами. Ладно, что там мало урожая, но зато по совокупности вот больше будет. Да? В моем случае, к примеру, у нас слабые грунты, очень закисленные, кисло. Соответственно, сколько ты туда удобрений не кидай, эффективность их ниже. Соответственно, что надо делать? Раскислять. Так, вкинем мы деньги в раскисление. Соответственно, нам надо уже меньше удобрений будет дать, и у нас будет выше урожай. Вот это элементарный такой пример, маленький, да, как можно это делать. По классической технологии працюєте? По классической, но в принципе мы, опять же таки, специфика грунтов, мы придерживаемся как вам сказать, не то что наутил, но минимальную обработку стараемся делать. Мы не работаем плугом, мы работаем дисками глубокорыхления. Вот, и за счет этого пытаемся сохранить почву плодородную, не переворачивать ее, потому что у нас тут всего 10 сантиметров чернозема, дальше там песок такой. Ну и как бы чернозем сам по себе тоже условный. Вот. И влагу тоже это защищаем, как бы сохраняем влагу еще. Угу. Гарна тенденція. Зараз всі вже до цього прийшли, мені здається. Я скажу, технологія наутіли, вот минимальной землеобработки, я, насколько я это вижу, вот в моем понимании, то, что я смотрел, те регионы, где засушливые, там Австралия, еще, где не хватает осадков, поля, там так работают, потому что это единственный способ сохранить влагу в почве. Не знаю, насколько это правда, но мне кажется, в этом есть логика: не переворачивать землю, не высушивать ее, а попытаться сохранить влагу в земле. Сейчас это насущный вопрос, и многие, я думаю, кто занимается, они, наверное, смотрят в эту сторону, уже более так изучают, как это можно сделать, чтобы, в принципе, мы же понимаем, что плуг — это тоже хорошо, когда хороший чернозем, хватает осадков, легко потом все это обрабатывается, и посадить, следить за растениями. Да, в этом есть плюсы, но когда нет влаги, когда такое засушливое, то приходится искать какие-то способы. Давайте поговоримо про потужності зберігання. Угу. У вас напольні склади, так? Да. Яка ємкість? Смотря по какой культуре, ну, думаю, в районе 3000 тонн. То есть мы, я так предполагаю, мы вот на сегодняшний день все, что выращиваем, мы можем все хранить. Угу. Абсолютно у себя. Плюс у нас есть еще так называемое хранение в мешках. У нас есть упаковочная машина, распаковочная. Это при необходимости. Есть определенные моменты, когда это удобно и нужно. Вот, можно еще там хранить. Каждый мешок — это где-то, я не помню, 200 тонн хранения. Тобто мы в этом вопросе полностью закрыты. У нас все с хранением. Яка у вас політика продажів? Ви там частинами ділите, може, якось? Ну, в основном этим занимается собственник. У него очень такой прагматичный, правильный подход. Он дифференцирует продажи, грубо говоря, разбивает на какие-то части. Там что-то может быть продано сразу, у нас есть там и кредиты надо гасить, еще что-то, какие-то вопросы. Что-то мы оставляем, какую-то часть мы оставляем на весну, продаем. Еще немаловажно, что рынок, какие цены на рынке в данный момент. Каждый сезон по-разному. Но самый правильный, вот, да, это подход, когда ты не продал все там еще до посева. Форвардным контрактом, так? Да. А какую-то часть ты форвардом продал, какую-то часть ты продал прямо с поля, там, когда убираешь. Всегда нужны какие-то деньги. Угу. Вот, а часть оставляешь. То есть вот такой подход, мне кажется, он такой очень грамотный. Он минимизирует риски, потому что как бы мы понимаем, что можно, если по какой-то одной стратегии пойти, то можно или выиграть, или хорошо проиграть. Надо минимизировать это. В минулому році рекордно високі ціни були на зерно. Скажіть, чи вдалося вам забрати куш? Да нет, конечно. Нет. Ну, слушайте, надо было гасить кредиты. У нас были форвард подписан. Там форвард мы пересматривали, нам пошли навстречу, там подняли цену. Нам надо было что-то продавать, потому что у нас там в сентябре уже начинаются выплаты процентов, там тело кредитов. То есть мы там продавали на тот момент, считали, что ой, классная была цена, кстати, уже тогда была высокая. А потом, когда пошел рост, то есть мы все-таки придерживали. То есть часть мы продавали зимой, нам надо было закупать. Ведь тут тоже интересная штука. Осенью достаточно дешевые удобрения, там ближе к зиме. А уже перед посевной самые пиковые цены. На... Ну, да, соответственно, мы взяли по дешевке удобрения, но зато подешевле продали и зерно. Ну да, может, проиграли. Часть оставили весну. То есть, ну, как бы... Опять-таки, вот этот подход дифференцированности ко всему, вот он работает. То есть ты не можешь четко влететь, проиграть там, и, ну, и не можешь там срубить куш. Як ви думаєте, що в цьому році буде з цінами? Чи повезе так само, як і в минулому? Ну, я не знаю. Я такой не сторонник прогнозов. Я думаю, что цены уже не будут те, которые были в позапрошлом году, низкие, ну и навряд ли таких высокие. Опустится цена, мне так кажется, ниже. Давайте не забывать, что подорожало, кроме зерна, все подорожало. Удобрения сейчас улетели в 2 раза, также в цене. Техника подорожала, дистопливо тоже подорожало, заработные платы дорожают. Ну, как бы это все говорит о том, что цена не опустится уже до тех сумм. А какая будет, ну, поживем, посмотрим, увидим. Ми вже трошки на початку сказали про те, що є тваринництвом м'ясного напрямку, так? Порода лімузин. Розкажіть, яке у вас поголів'я? На сьогоднішній день у нас в районі 500 голов всього поголов'я. Мы в конце прошлого года получили статус премхозяйства. Мы к этому шли планомеренно, развивая поголовье. У нас получается, мы осеменяем, у нас здесь быки, мы их покупаем, это племенные лимузины с родословной, все как положено, как должно быть. Вот. Ну и стремимся дальше развиваться, чтобы у нас была хорошая генетика. А чему саме мясный напрямок обрали, а не молочный? С одной стороны, казалось, что молочное – это более сложные процессы. С другой, вроде как и мясник – это интересно. Это не так развито у нас. Все привыкли, что корова должна доиться. Мне постоянно звонят, там предлагают какое-то оборудование, доильные залы, еще что-то. Говорю, ребят, не надо. Вот. У нас мясник. И так как-то оно сложилось исторически, что все-таки мясник у нас и так и остался. Мне это нравится. Мне нравится, как они развиваются, как все происходит, способ их, как сказать, утримания, да. И интересно просто вот наблюдать это вот смотришь, ты живешь этим всем, понимаете? То есть весь период там с мая месяца по октябрь они на выпасе, на лугу живут. Они как дикие животные здесь. Они все сами они умеют, все они знают, как, что. То есть очень интересная наблюдать за этим всем. Ну и, в принципе, при правильном подходе это достаточно прибыльный бизнес. Конечно, в нашей стране это все не так развито, как в Европе, в Америке, в Австралии. Но мы к этому идем, я думаю, придем, и у нас уже будет что-то, что мы можем, в принципе. А на сегодняшний день мы в основном все экспортируем. А куда? Это арабские страны. Вы живою массою так експортуєте? Скільки кілограмів приблизно і за скільки часу набирає? Где-то продаем мы в районе 400-500 килограмм, когда масса животного. И это происходит где-то в районе 18 месяцев. Ну, так. Який рацион у них? 9 месяцев они на выпасе. Это трава. Сюда мы им только подвозим соль и какие-то там витамины. Все. А в зимний период они на ферме. В зимний период у нас происходят отелы. Мы за этим следим, то есть ветеринария вся происходит, прививки, все это в зимний период. И там у нас уже в рацион то, что мы сейчас заготавливаем. Вот у нас сейчас горячая пора, это сено, солома. Дальше мы силос заготавливаем. И также мы выращиваем зерновые, которые потом перерабатываем в комбикорм. Да. А какие складовые? По-разному. Ну, в основном это кукуруза, пшеница, что-то с бобовых, там, соя, подсолнух. То есть, когда подходит уже время, мы смотрим, что нам необходимо докупить, но мы стараемся все то, что выращиваем, то и применять здесь. Основные затраты – это корма, очень значительные затраты идут, это ветеринария, прививки у нас там есть, как и у человека, есть определенный комплекс прививок, которые работают на протяжении года у животного, и надо каждый год их делать, то есть это железно, это и иммунитет у животных поддерживает, и все. То есть это мы применяем, это американские препараты, на них хорошо работают, зарекомендовали себе, да, это стоит денег. Ну а так, в основном все затраты идут достаточно серьезно, это в зимний период. Хотя у нас содержание достаточно простое, такое же вот аскетичное, как и на лугу. То есть у нас просто сделаны кошары, ветрозащита, небольшие навесы. И всю зиму скот находится тоже под открытым небом. То есть никаких нету там особых условий. Так во всем мире их выращивают. На самом деле мы же не от большой там радости на экспорт продаем, просто на экспорт цена чуть выше, чем у нас внутри рынка. Почему-то у нас больше вот это скупают молочку, какие-то что-то такое, и цена там, выход мяса не тот, и качество мяса не то, потому что там животное заточено под молоко. Вот. А мясник, он дороже однозначно идет, если говорить о мясе. Ну да, у нас не сформированный рынок в Украине, соответственно, нету цены. Та цена, которую предлагают украинские мясокомбинаты, но мы еле-еле будем тогда в ноль работать, ну, в минус уйдем. Тем более это очень ощутимо в этом году при стоимости зерна, которое произошло, рост. Очень удорожало это все дело. Поэтому будем смотреть в конце лета на цены, что как. И будем тогда уже смотреть, будем продавать в этом году, будем держать до следующего года. Ну, разные есть варианты. В общем-то, очень сложно. Нету особо сейчас там какие-то дотации есть на прирост поголовья, на коров там вроде да, но это очень мало. Угу. Будем смотреть, то есть вырезать всегда можно, но надо понимать, чтобы восстановить поголовье, это надо затратить определенное количество. Это не год, не два, а гораздо больше времени, чтобы опять вернуться к этому поголовью. Я думаю, тут надо на уровне правительства и всем, по крайней мере, понимать эту проблематику, о том, что вырезать это очень быстро, а вот восстановить это все очень долго. Вот. А главное, что это оно интересно, классно и перспективно. По земле мы арендуем у населения паи, также есть невытребованные паи и землезапас, или как правильно сказать, тоже у нас есть, мы арендуем луга. Основная вся масса это, конечно, паи людские. А яка у вас орендна плата? Орендна плата у нас 10%. Напередодні відкриття ринку землі ви якось змінювали принципи роботи ваші з пайовиками? Може там перезаключали договори, якщо так, на які строки? Якось готувалися до цього? Да, этот процесс, он постоянно идет. Что касается земли, аренды, это постоянно перезаключение договора, новые договора, обновление, переоформление, повышение ставок. Эти процессы всегда есть и работа ведется, да. Какого-то такого особого подготовления к ведению рынка земли, вот, да, нет. Я не вижу в этом каких-то, вот прямо я сейчас заключу аренду на 25 лет, типа кто-то захочет так делать. Ну, как бы рабочая практика там на 10 лет заключается договор аренды с правом. Да, плюс в том, что у меня первое право покупки земли, да, то есть вот это да. Чи готові ви були до відкриття ринку землі? І як взагалі ставитись до цього? К ринку землі я отношусь вообще положительно. Давно пора было. Весь мир так работает, так и должно быть. Никаких предубеждений, что кого-то где-то обманывают, у меня нету, я не вижу. Закон вроде бы приняли, вроде бы там все нормально относительно и иностранных инвесторов, и возможности выкупа, ну, достаточно продумано, мне кажется. Я не могу там ничего такого сказать, но этот закон нужен был, и рынок этот тоже должен быть. А чи приходили до вас уже с пропозициями? Нет, но мы готовы. В принципе, если будут желающие продать, я не вижу, в принципе, никаких тут проблем абсолютно. Я не вижу, я не думаю, вот то, что вот здесь у нас, я не вижу, что люди вот прям все бросятся продавать, там, перепродавать. Мне кажется, этого не будет. Все достаточно умные, грамотные люди. Кто-то на что-то рассчитывает, кто-то думает там, заниматься, там, пусть будет, все-таки это земля. Поэтому каких-то таких катаклизмов, я думаю, не будет. Будут те, кто захочет продать, мы готовы покупать. Нормальные процессы, думаю, будут идти, и не надо тут устраивать то, что устраивает политику из бизнеса. Ну, не надо на этом играть. Мы и так, наша земля, не хочу там особо этот, но мы все знаем, как мы настрадались, всякие, как земля воровалась, как ее обрабатывают, налоги не платят. Ну, это все это знают, все об этом говорим. Поэтому, если это поможет как-то сделать порядок в этом, то это будет хорошо. Ви кажете, що ви готові до того, щоб купляти землю. Ви плануєте кредитуватися чи акумулювали кошти? Ні, кредитуватися. Кредитуватися. Мені здається, це дуже вигідно при сьогоднішніх процентних ставках, які зроблені. Це стало більш реально. Кредитуватися, ну, я так скажу, я сейчас получу 10% за аренду земли. Если я беру, покупаю эту землю, ее закладываю в банку под 7%, так, наверное, я еще выиграл. Як ви думаєте, зараз все так спокійно, тому що це тільки перша хвиля, і зараз тільки фізичні особи можуть купляти, а з 24-го року трошки зміниться все. Чи, от, як ви собі це бачите? Чи до 24-го року вже розійдеться вся земля? Це, я вважаю, що цьому питанню дуже багато уделяється внимание, вот давайте, пусть оно начнет работать, все будет видно, все будет понятно. Мы сейчас о чем-то таком предполагаем, там что-то думаем, что кто-то раскупит. Ну, вот пока нету ничего этого, и я думаю, что вот так оно нормальных, если созданы условия нормальные для ведения бизнеса, покупки земли, продажи, а я надеюсь, это договор, закон обеспечивает это, то все будет хорошо и нормально. Не знаю, все равно найдутся какие-то лазейки, кто-то начнет что-то там мудрить, придумывать, наверное, не без этого будет. То ви все ж таки думаєте, що це штучно, так, створюється ось цей ажіотаж? Слушайте, ну конечно. Давайте там большие холдинги, да, там с банками по 100 000. Да. Ну, наверное, там не все так здорово с выплатами и с арендой земли. Наверное, где-то ж эта земля, она вроде как есть, а деньги, насколько я понимаю, там налоги не платятся, но она обрабатывается. Ну, давайте уже как-то наведем тут порядок. Вот. И есть люди, кто этого, вот, которые этого не хотят порядка. Вот, хотят, как было, как обрабатывать и не платить за землю. Там. Или платить там какие-то 3%. Там еще что-то. Поэтому, конечно же, есть сторонники, есть противники. Я и не сторонник, и не противник. И мне кажется, что мы занимаемся своим делом, будет необходимость, ну, как бы это один из аспектов работы, да, там, приобретение земли. Да, придется кредитоваться, придется там что-то находить. Главное, чтобы было все прозрачно, честно, и всем будет хорошо только от этого. Я буду вам казати на вибір, а ви щось одне будете обирати, добре? Ой, давайте. Це найлегше. Рослинництво чи тваринництво? Рослинництво. Рослинництво? Кукурудза чи соняшник? Кукурудза. Якщо техніка вітчизняна або імпортна? Імпортна. У нас не вміють. Джон Дір або Фен? О, не знаю. Джон Дір. Дякую вам дуже, що показали ваше господарство і приділили нам час. Дякую. Дякую вам. Дякуємо всім, хто додивився до кінця. Ставте лайки, не забувайте писати коментарі та підписуватись на канал, аби не пропустити наступні цікаві відео. До зустрічі! Па-па!